она будет запущена в работу. Но то, что я увидел, конечно, наверное, не заслуживает того Николаевского футбола, Николаевской области, такого отношения к тем спортивным сооружениям, которые уже построены, которые надо дальше развивать. Если в таком состоянии будет и дальше положение денег, мы в футболе будем говорить. Если есть футбольное поле, есть стадион, а он не эксплуатируется. Если человек должен, допустим, деньги, это его дальше вкладывает, а ему нет никакой помощи и нет развития, наверное, тяжело дальше заниматься футболом. В том числе это касается, и прежде всего, это касается аматорства. А на футбольной карте Украины, Николаевской области, в аматорском футболе стоит крепко и довольно устойчиво. Пожалуйста.